Итак, продолжаем делать. Значит, поставлю 161. Облегченка от Бардина, значит, поставили поршень. Значит, у нас сейчас пока нету пускача. Заткнули эту дверь вот таким способом. Далее. Аккумулятор перенесли в зад. Здесь открылась, значит, хороший багажник. Обшили его. Релюшки переместили вперед. Значит, что еще? Пластик обшили шумкой. Так. Поставили датчик. Значит, давление масла. Вот оно у нас раз включается. Вот. И сейчас поставили вентилятор от Майнинга. Включается плавно. Раздувает. Вот. Значит, лампочка это габарита горит. Габаритная лампочка. Светодиодная. А когда мы его запускаем... поставили, значит, еще таблетку. Ручной запуск. Значит, карбюратор шел в комплекте, ничего не менял. Так, лампочка гаснет. Так, ну-ка. Давление масла, давай. Что не появляется? Лампочка гаснет, вентилятор выключается. Так, сейчас. Все, лампочка не гаснет. Так, контакт, значит, там был плохой. Сейчас надо с контактом что-то решить. Может, припаять его вообще к этому датчику. Отходит контакт. Так, вот, включается вентилятор. Вентилятор 5 ампер, по-моему, 6000 оборотов, 275 поток воздуха. Так, ага, контакт отошел, видишь, есть, включается. Опять вентилятор включается. Вентилятор выключенный. Как только начнет замыкать цепь, включается вентилятор. Так. 2000 оборотов убираем. Включаем зажигание. Вот у нас контакта нету. Надо контакт, значит, сейчас. Вот здесь вот. О, видишь. Надо сейчас контактом что-то припаять его нафиг вообще. На глушняк.